После перехода я за месяц сбросил 6 килограмм. У меня, в принципе, раньше было здоровое питание. Но я ел картошку, добавлял немного, но ел. Молоко много пил, там много углеводов. Мед иногда тоже ел, там тоже много углеводов. Сейчас вот мясо, рыба, салат 200 грамм, овощи 300 грамм. Интервальное голодание, у меня один плотный обед и потом легкий еще типа полдника. Ее просто выдерживать, это даже не диета, это просто питание самое обычное. Мясо, барбекю сделал, вкусно. Что такое кето-диета в двух словах? По сути, это шашлык с салатом из зелени и овощей, сыр. Я думаю, очень многим понравится. Кусок рыбы или мяса, пожаренный или вареный, и салат. Вот, собственно, и все. И легкий ужин с десертом.